Воспитатель – не работа, не размеренная жизнь. Это служба без расчета, в ней призвание любить. В Ленинском районе традиционно отметили День воспитателей и работников дошкольных учреждений. Воспитанники Видновской прогимназии в честь праздника устроили костюмированное представление. С песнями, танцами и, конечно же, поздравлениями. Им благодаря взрослеют дети, зная, как вести себя и жить. Воспитатель, добрее вас нет на свете. Вам счастливыми желаем быть. Самые благодарные зрители – это сами педагоги, они же постановщики и музыканты. Среди них и Светлана Рыбакова, ветеран дошкольного образования. Однажды, попав сюда на практику, решила посвятить себя воспитанию детей. И вот уже более 40 лет трудится на благо нашего будущего. Мне всегда нравилась эта моя работа, замечательная, потому что с детьми чувствуешь себя совсем другим человеком. Дети, они дают радость. От них ты получаешь добро, любовь, видишь их глаза, видишь их, ой, счастливые лица. Благодаря воспитателям дети получают первые знания об окружающем мире, учатся общаться со сверстниками, приобретают необходимые навыки, готовятся к школе. Именно поэтому на воспитателе и лежит большая ответственность. По сути, они становятся вторыми мамами для малышей и стараются дать им как можно больше. Каждый день каждый воспитатель отдает частичку своей души каждому ребенку, который приходит к нам. И, наверное, нужно забывать обо всем на этот период, чтобы детям было хорошо. Очень важная профессия. И хотелось бы, чтобы в эту профессию шли не случайные люди. Потому что образование – это одно. А когда еще и призвание у человека – любовь к детям – потому что научиться можно, практику можно получить, а вот чтобы любить детей, это должно быть заложено. Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в жизни ребенка. В эти ранние годы формируется личность. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого маленького человека зависит от мудрости воспитателя, его внимания и терпения. Татьяна Борисова, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.